ездила раньше к ним на обучение? Ну, да. Ну, вот это все. Там наших никого сейчас не будет, наши уже все прошли. Это вот... Хорош! Сняли на видео, да? Ни хрена себе! Аэропорт работает в обычном режиме. Единственным исключением стал рейс авиакомпании Air Baltic из Риги. Между тем, в учебных заведениях города отменены уроки в первую и вторую смену. Детские сады продолжают работать в обычном режиме. Добавим, пик непогоды не пройден. Усиление ветра до 25-30 метров в секунду ожидается в обед. Стихия стихнет сегодня к 16-17 часам. О, смотри, смотри. Видишь, что творится? Занесло вот эту машину в автобус. Надо Мисе позвонить, чтобы аккуратнее.